Коллеги, добрый вечер. После матча пресс-конференция главный тренер хоккейного клуба «Адмирал» Александр Андреевский. Пожалуйста. Первое, я хотел бы поблагодарить команду за проявленный характер сегодня. Нам было тяжело, и это связано с тем, что у нас есть проблемы с составом. Вот, есть травмированные, последняя игра выездной серии. Вот, и серия сама неудачно складывалась, то есть не было у нас побед. Поэтому мы довольны тем, что сегодня выиграли, довольны тем, как мы провели эту игру. Вот. Немножко нас не хватило в физическом плане, в концовочке, но здесь опять же все это объяснимо. Вот сейчас хорошо, что у нас есть немножко времени отдохнуть. У нас только следующая игра 29-го, восстановиться. У нас будет домашняя серия, где нам надо брать очки и попадать в плов. Спасибо. Спасибо. И главный тренер СКА Сергей Зубов. Наверное, сразу скажу, что мы довольны очком. Провалили начало матча. Где-то во втором немножко добавили. Третий. Уже вытаскивали все силы. Здесь нужно, наверное, сказать ребятам спасибо, что счет. Был момент, могли, конечно, в начале овертайма иметь преимущество в большинстве. Но в целом неплохая игра, но опять же, мы должны быть готовы играть с самого начала игры. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Сергей Александрович, вопрос вам. Вы сказали, провалили начало матча. Связано ли это с тем, что «Адмирал» удивил вас движением, весь СКА? Или же это психология, или, может быть, есть какая-то другая причина? Может быть, это где-то в психологии, не настрой на игру. Но то, что мы не были готовы с первого отрезка, это очевидно. Можно ли сказать, что вот такое поражение должно сплотить команду и сделать ее еще сильнее в преддверии плей-офф? Мы пытаемся брать урок с каждого поражения. К сожалению, в хоккее это такая игра, где никто от них не застрахован. Сергей Александрович, прокомментируйте, пожалуйста, эпизод с Каблуковым. Это ваша тренерская установка избегать драфта или самостоятельное решение Ильи? В эпизоде с Маминым. Когда соперник скинул краки, а Илья драться отправился. Правильно, заготовили удаление. Продолжение темы, Александр Леонидович. На ваш взгляд, Мамин очень ли неграмотно поступил в данную ситуацию? Потому что, если скинул, может, уже бить надо было как-то. Я скажу, что здесь немножко эмоции захлестнули, да, Максима. Вот. И перчатки не надо было сбрасывать, надо было предложить подраться, и когда уже там видно по глазам. Если человек соглашается, тогда сбрасывают обувь, дерутся. А сбрасывать и бить, когда человек не готов, я считаю, это не по-мужски. И еще вот один момент по судейству. Как объяснил вам судья эпизод, когда Арнацан бросил клюшку, как бы, по идее, она там лежала, ему мешала. Как было объяснено судьей 2 минуты? Судья по этому поводу вообще ничего не объяснял, но это 2 минуты. Но если клюшка брошена в направлении игрока с шайбой, это булит, это правило. Немножко мы концентрацию потеряли здесь никаких проблем. Еще вопрос, пожалуйста. Сергей Александрович, вот вам вопрос. На самом деле у вас у команды какой-то комплекс дальневосточных команд случился, да? До этого «Амур», сейчас «Адмирал». Вот с чем вы связываете? Хотя, по идее, да, команда приезжает с другого числового пояса, и она, наоборот, должна там выступать по движению, по всему такому. Мы забрали очки, когда играли на Дальнем Востоке, видимо, так складываются игры, что приходится отдавать. Коллеги, спасибо большое. Увидимся на матче с «Адмиралом».